Расскажи вот про этого, ну, Серёг, про гнома этого, или как его, вот этот, который, ну, в цирке работал. Я сейчас, ну, в цирке работает, работал, не гном, карлик, лилипут, лилипут или карлик, какая разница, Ну, блядь, он работал, его взяли за пьянку, уволили, он, блядь, что делать, А он бухал, каждый божий день, из бухла его выгнали, Ну и что, он, ему нехуй делать, он ходил, в Толшниловку, в пивнушку, где, на халяву мог выпить, Его угощали, за то, что он всегда прикалывался, всегда приколы какие-то выдавал, неестественные, пиздец, Ну а тут, приходит, не может ни приколоться, вроде ничего, Ну хочет дозу принять, водочки, с пивком, вроде такой расклад, И он такой, к мужикам подходит, они говорят, ну что, хочешь выпить, выйди какой-нибудь прикол. Он такой, ладно, думает, потом говорит, сейчас, сейчас выйду на улицу, а как раз была зима, 40 градусов мороз, И он такой в сторонке отошел, от пивнушки. И стоит такой, вроде как замерз, а он на ребенка похож, маленький же, Ну, и он такой стоит такой, дрожит, женщина подходит к нему. Ты что, ребеночек, стоишь, Замерз, Замерз, пиздец, Ручки замерзли. Ручки замерзли, я хочу пописать. И она берет, ему шинку расстегает, вытаскивает, как охуел, там такая елда, с такими яйцами, и с такой волосней, И она как шарахнула в сторону, Ну, они говорят, пойдем, мы тебе сейчас, водочки, и пивка нальем, Вот и все. Да, слушай, можно фильм снять? Нужно.